Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я вас научу, как можно вставлять видео с YouTube на Одноклассники или ВКонтакт себе на страничку. Если вам понравилось какое-то видео, вы нажимаете на него. Вот здесь в браузерной строчке копируете ссылочку и идете на страничку к себе в Одноклассники. Здесь делаете «Добавить». Если вы хотите поставить, чтобы у вас вверху оно стояло и кто-то смотрел, например, вы делаете «Поделиться». Если нет, убираете галочку и нажимаете «Поделиться». И оно у вас начинает отображаться вот таким образом на вашей страничке. Вот, видите? Далее, чтобы точно так же добавить видео ВКонтакте, вы заходите в «Мои видеоролики», «Добавить видеоролик», и здесь выбираете «Добавить с другого сайта». Копируете ссылочку, немножко чуть-чуть она обновляется, и делаете «Сохранить». Все. Когда вы вот таким образом загружаете видеоролики, вы не нарушаете авторское право. Я буду благодарна, если вы будете делать именно так. Всем пока-пока!